Есть проблемы с едой, просто не ешь. Поправляешься, так перестань есть, и все, это же легко. Всем привет, это Ворона Ньюс, говорим о спорте с любовью. В фигурном катании прыжки, поддержка и эстетика играют большую роль, поэтому проблема питания стоит довольно остро. К сожалению, не все это ценят. Недавно продюсер Рудковская говорила о весе Камилы Валиевой. Елизавета Худайбердиева призналась, что раньше ела 150 калорий в день. Норма для женщин в среднем 2000. По мнению Худайбердиевой, главный виновник всего этого – групповые взвешивания. В интервью ОКО спортсменка призналась, что от этих проблем не избавится уже никогда. Фигуристка и журналист Анастасия Скопцова в прошлом году выпустила фильм с врачами и спортсменами об РПП в спорте. Она сама рассказала, что принимала таблетки для похудения. От этого возникала лишь слабость и невозможность тренироваться. Лиза Туктамышева сказала, что ей помогли преодолеть стресс из-за еды в период взросления тренеры и близкое окружение. Теперь она выкладывает фотки из пиццы и из пасты, иронично подписывая «Ваш консультант по спортивному питанию».